Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка заказа Avon. Здесь много новиночек, приз-сюрприз, еще какие-то подарочки. Давайте скорее приступать к распаковке. Буду делать это любимым для вас форматом, да, прямо на камеру. Посмотрим, как все упаковано. Кстати, девчонки, сегодня на пункте выдачи Avon меня сфотографировали с новым парфюмом сиреневым, да, который у нас сейчас был по фокусу. О, это что-то новенькое, что это такое? Дорогой представитель, к сожалению, в связи с временным отсутствием на складе в ваш заказ не был вложен товар. Вы представляете, в счете фактуре ничего не было. Я не знаю, что мне не вложили. Просим вас не учитывать стоимость этого товара при оплате данного заказа. Очень круто. Я первый раз такую бумажку получаю. Потому что, мне кажется, в счете фактура не было. А, вот они что. Так, Инью... мультидневной крем лица за восстановление и защита. Вот, девчонки, который был в распродаже, 3 штуки. Я заказывала себе один и знакомый, 3 New, были по 99 рублей в онлайн-распродаже. Вот его на складе не было. Блин, жалко, конечно, но ничего, что же делать. Потому что такой классный крем, я посмотрела, у него защита SPF большая. 50, по-моему, на лето себе хотела. Ну, ладно. Так, в целом все упаковано достойненько. Давайте приступать скорее к распаковке. Я не знаю, зачем, девчонки, но мне еще 1/7 каталог вложили в заказ. Хотя он у меня уже с прошлым заказом приходил. Он как-то автоматом упал в заказ за 1 копейку, что ли, или за 1 рубль. Ну, как бы и бог с ним, да? Так, дальше. С чего начнем с вами? Вот такую масочку «Сияние лепестки розы» у меня заказали по онлайн-распродаже, 75 мл, и она в онлайн-распродаже была рублей 69, да, от ее 43 502, 69 рублей, да, без скидки у нас там все. Насколько я знаю, заказывала, по-моему, во вторник, да, ну, сразу как начал работать сайт, сразу оформила заказ. В четверг, по-моему, уже ничего в этой онлайн-распродаже не было, к сожалению, девчонки, поэтому... Смотрите, конечно, что придет. У меня в заказе должно быть две. Сейчас найду вторую. Новинки. Вот, да, две масочки. Это из линейки Планета Спа. Маска для лица Ритуал Аюрведы. Вот назовут же, блин, а, да? Они с наклеечками, поэтому подозреваю, что польские. Это обе маски не мои. Я тоже хотела взять себе такую, девчонки, но потом все-таки решила, что ну, у меня их дофига. Просто дофига. И поэтому я, девчонки, у меня попросили им заказать вот эти новиночки. Она у нас заявлена как питательная. Потом обязательно у них спрошу отзыв. А может быть, даже соседка сегодня и вот эту попробуем, потестим. Из онлайн-распродажи еще у меня девочка попросила вот такую вот тушь для бровей и ресниц эффекта ламинирования. 72037 ее код. Это Color Trend. Я такую, девчонки, тоже не пробовала. Отзывы на нее почитала противоречивые, потом обязательно у своей знакомой спрошу, как она работает. Давайте с вами вместе докопаемся до приза-сюрприза. Вот он, да. В качестве приза-сюрприза мне пришло средство Spa Planet, да, Planet Spa, Сияние Востока, очищающее средство для лица с экстрактом белого чая. Так, какой у него код был, девчонки, в каталоге, сейчас посмотрим. Оно идет вот так с заглушечкой, сейчас посмотрим вообще, что сами за средство это, что оно из себя представляет. А, вот оно, очищающее средство, 930-55, вот оно идет под таким кодом. Я люблю разные очищающие средства, потому что кожа комбинирована, поэтому обрадовалась, что именно оно. Это, девчонки, прозрачная гелевая текстура, я, кстати, думала, будут какие-то крапинки. Ой, запах классный, освежающий, зеленой травы прям. А на коже становится белесым оно. Сейчас я побольше, девчонки, выдавлю и покажу вам. Когда начинаешь носить на кожу, ну, оно пенится, раз это очищающее средство, оно должно, ну, что-то типа пены образовывать. Никто до меня им не пользовался, это приятно. Я не знаю, я уже поняла, что вейвы невозможно всякое. Наносим на кожу, и оно вот, да, создает небольшую, видите, вот пенку белую. Пенится. Вот, вот, вот. Вот как следует. Запах классный. Я надеюсь, что оно мне подойдет. Белый чай, ну да, скорее всего, белый чай, очищающее средство, скорее всего, для жирной кожи и комбинированное вот это средство, оно как бы предназначено. Прикольно. Буду пользоваться, девчонки, и вам обязательно потом в обзоре каталога или в отдельном видео оставлю отзыв. Девчонки, заказала свою любимую пенку, матирование она теперь у нас называется, обновленная. Я вам сейчас покажу две. Новой пенки код 130-64-39. Я покупала ее сейчас по фокусу. Вот как выглядит старая, вот как выглядит новая. Это тоже нутриэффект. Если здесь было написано у нас для жирной комбинированной кожи, здесь матирование, очищающая пенка для умывания. Удаляет макияж с экстрактом листьев ивы и протеинами риса для комбинированной жирной кожи. Без спирта, без сульфатов, девчонки. Давайте сравним, что ли, по составу. По составу. Кстати, состав сильно различается. Действительно.
Да, правда, очень отличается состав, значит, они ее изменили. Я надеюсь, она хуже не стала, потому что это моя любимая пенка, я ее обожаю, она действительно матирует кожу, здорово очищает, освежает. Но давайте хотя бы так посмотрим, а может быть потом, девчонки, тоже в формате отдельного видео я вам сниму обзор подробный, протестим все эти новиночки в одном видео, масочки, пенку и так далее. Так, и вторую рядом. Не, ну так по структуре и по запаху. По-моему, не отличаются. Запах, по-моему, один и тот же. Вот новая, вот старая. Я надеюсь, что она будет так же хороша, как и предыдущая. Да, в принципе, вот так на первый взгляд, девчонки, разницы никакой. Поэтому будем смотреть на деле, да, будем смотреть на деле, применять на лице и посмотрим, насколько она осталась такой же классной, как и была. Девчонки, взяла бритвенные станки Вейвон. Я почитала отзывы, но вроде больше положительных. Артикул станков. Так, станки, станки, станки. Где вы были? Только что видела. Код станков 577-49. Тоже, конечно, нужно смотреть на деле, как они быстро будут затупляться. Но я думаю, за такую цену они ничуть не хуже Винос. Ну, по крайней мере, судя по отзывам и по внешнему виду. Здесь один бритвенный станок и две запасных насадочки в комплекте. Здесь, конечно, три лезвия. Ну, три, в принципе, это нормально, девчонки. Вот как он выглядит. Удобная, кстати, очень ручка, просиликоненная. Прям вот удобно в руку ложится. И две запасных. Вот эта полосочка тоже пропитанная, да, гелем есть. Внизу розовая, вот эта вот резиновая, силиконовая такая, я так понимаю, для лучшего скольжения. Вот как вытаскиваются они. Ну, буду пробовать, девчонки, буду пробовать. И потом, по прошествии времени, конечно же, обязательно напишу отзыв в Инстаграм. И вам расскажу в обзорах каталогов будущих, да, стоят ли они вообще, чтобы обратить на них внимание. Так, дальше, девчонки, мне пришел приз за рекомендацию друга. Это Инканта, туалетная вода фиолетовая, слава богу. Я думала, что я рекомендовала в прошлом каталоге, мне придет туда, я его терпеть не могу, если честно. Дешманский какой-то аромат, жуткий. Ну, я ни в коем случае не хочу обидеть девочек, которому нравится, но мне не нравится совершенно. Он у нас на работе стоит как освежитель воздуха, который не очень-то приятный. Водичка пришла зафольгированная. Подарочек, это, по-моему, за 50 рублей мне пришел. Флакончик классный. Мне вообще нравится сиреневый аромат Инканта. Он у меня на втором месте после голубого, поэтому надеюсь, что и водичка туалетная мне тоже понравится. Ой, класс. Классно. Я посмотрю еще, как она будет на мне раскрываться, а то, может быть, кому-нибудь задарю. Так классно, да, она вот, девчонки, мы сейчас сравним со спреем, с вами проведем эксперимент. У меня спрей заказала знакомая уже второй раз, ей очень нравится именно сиреневый аромат. И вот если сравнивать со спреем туалетную воду, есть отличия, девчонки. Оно есть, туалетная вода интересней, на самом деле. Ну, здесь большее количество нот, что ли, вот, ой, шлейф классный, мне так нравится, когда она выветривается. Вообще здорово. Инканта, они все вообще мега стойкие. Если двое суток на мне держится спрей, я представляю, сколько будет держаться туалетная вода. В туалетной воде, наверное, в спрее 1/10 часть от туалетной воды. По аромату, по насыщенности, по букету. Туалетная водичка класс. Мне очень нравятся девчонки. Ароматик классный. Я прям даже вот и на весну не будет. Он тяжеловат. Оставляю себе. Буду с радостью пользоваться. В каталоге была классная акция при покупке браслета. Подвеска у нас идет, по-моему, там что-то в подарок или за копейки. Я, естественно, заказала. У меня браслетиков так мало. Особенно от Avon. Вообще, по-моему, ни одного нету. Я заказала себе браслет. Сейчас я найду код его, скажу, как он называется. И к нему подвесочку. Браслет София фиолетовый. 134-20-81. Съемная подвеска Бирти. Цвет аметист. 133-43-40. Мне очень понравился, как он выглядел в каталоге. И получается, вот этот комплект вышел где-то за 300 рублей. Вот он, браслетик. Он прикреплен. Прям тут так, знаете, добротно. Ой, вот этот браслет мне сейчас прям к моему наряду, кстати. Прям как нельзя лучше. Так, вот он, браслетик. Я сейчас все вам поближе покажу. И подвеска. Она тоже с таким сиреневым камешком должна была быть. И есть, в принципе, ой, какой красивый камень. Камень вот прям точно под мой кардиган сейчас подходит. Вот подвесочка. Кстати, ее можно и на цепочку одевать. Красивая. Сейчас поближе покажу. Девчонки, вот как выглядит браслетик. Вот это место, куда цепляется у нас подвеска. Его можно, в принципе, и без подвески носить. Здесь такие камешки, вы знаете, как будто матовые. У них вроде есть блеск, но они какие-то такие интересные. Так, и вот подвесочка. Очень красивый цвет. И она сама по себе, вот, вообще мне очень понравилась.
Вот как он тянется. Здесь у нас, смотрите, что у нас здесь? Резинка обычная. Нет, здесь как леска, но она тянется слегка. Девчонки, вот как он смотрится на руке, на моей достаточно не маленькой руке, он свободно. То есть, если вы худенькая, у вас худенькие ручки, он, мне кажется, у вас где-то вот здесь будет болтаться. Вот, видите? То есть, вот так вот в целом очень даже красиво и достойненько. Прям мне нравится. Красивый браслетик. Очень симпатично смотрится. Но я говорю, на худенькую ручку, я не знаю, здесь может подвязать, можно будет как-то эту леску, потому что даже на моем сползает, да, вот так. Но в процессе носки будет, в принципе, мне кажется, очень даже ничего. Поехали дальше, девчонки. Для нормальной сухой кожи, для соседки, я заказала вот такую вот мицеллярочку. У нее кожа возрастная, сухая. Мы с ней выбрали именно этот вариант. По фокусу, по-моему, тоже питание. Здесь видите, какая часть масла. И все остальное получается мицеллярная вода. При использовании мы всю эту массу вот так будем взбалтывать. И вот так это все дело будет выглядеть. Расскажу потом вам в обзоре каталога, насколько ей было комфортно именно этой мицелляркой снимать макияж. У Фокус у нас, девчонки, было классное предложение при покупке с определенных страниц, там с первых 36, по-моему, с 4 до 36, что ли, туалетные водички все шли и идут со скидкой 40%. А я себе и, опять же, соседке очень нравится тоже аромат Incandescent взяла. Он обошелся со скидкой 40% где-то 500 рублей. За две водички 1000. Так, вода приходит не зафольгированная. Это, конечно, печально, но терпимо. Она прям тут так валяется безалаберно. Ну, что делать? Вот такая коробочка и не зафольгированная. Вот как выглядит сама водичка. Жалко, конечно, что не польский вариант, да? Здесь 50 миллилитров. Ну, и ей хоть, слава богу, вроде никто не пшикался. Incandescent я люблю безумно. Мне нравится, как он раскрывается на теле. Мне нравится шлейф, который остается на одежде спустя неделю или даже две. Я прям обожаю. Поэтому ждала уже давно акцию именно на большой вариант, девчонки, и дождалась наконец-то. Я взяла себе краску для волос. Оттенок 9-13. Мы с вами обсуждали уже. Я думала, какой же оттенок мне взять, потому что в каталоге очень интересно они нарисованы. Я хотела 8-1, но 8-1 нарисован в каталоге почти черный. Решила не рисковать, взять 9-13, и на коробке уже вижу, что он очень светлый. В каталоге они все нарисованы темней. Я буду краситься вместе с вами. Вы меня тоже давно просите покраску снять. Заодно мы будем тестить с вами и сравнивать краску от Avon с Faberlic. Потому что я достаточно долгое время крашу с Faberlic Expert Color 8.1. Я знаю, как она ведет себя. Посмотрим, как поведет себя вот это на волосах. Я буду ее на всю длину. А на кончике темная красочка у меня другая есть. В общем, в отдельном видео, скорее всего, в следующем, вы все это увидите. Будем краситься вместе с вами. Я брала краску Avon в темном оттенке. Совсем в темном. Я постараюсь найти это видео и приложить вам в инфобоксе, где я только после покраски. Много девочек мне писали: вау, как круто у вас блестят волосы, что вы сделали с волосами. И вот так они у меня блестели, наверное, недели три, девчонки. Все думали, что это или ламинирование, или еще что-то сделал. В общем, темный оттенок краски мне понравился безумно. В принципе, и стойкостью, и результатом окрашивания потрясающим. Здесь у нас в составе два бальзама. Первый мы, насколько я знаю, наносим на кончики, чтобы их не пожечь. Можно и на всю длину, тогда будет более бережное окрашивание и не такой, мне кажется, стойкий и ожидаемый результат. И третий вариант – это после покраски. Я буду пользоваться в этот раз первым вариантом и нанесу его прямо на кончики, потому что они и так у меня убитые. Да? И здесь в составе еще вот флакон, в котором мы и будем разводить краску, и сама краска. Так, поехали дальше. Я заказала себе, девчонки, новинку – карандаш тени для век. Вот они, да. Так, 16 часов стойкости. Это, по-моему, по фокусу тоже, да? Сейчас я найду код. Суперстойкий тени карандаш и Freddy Beige. В общем, бежевый я брала, самый такой нейтральный. 132, 42, 15 код. Вот как выглядит этот карандаш, девчонки. И вот как выглядит сам стик. Здесь должна быть где-то встроенная точилка. Я только не пойму, вот где она. Вот, смотрите, девчонки. Вот эта точилка. И вот туда мы как раз кончик засовываем. И вот так вот прокручиваем и точим, чтобы он у нас был всегда вот именно такой. Прикольно, да? Встроенная точилочка. Это, кстати, молодцы, здорово придумали. Так, и по цвету. Сейчас посмотрим с вами. Они совсем светленькие, но это мой оттенок, без рыжины. Знаете, такой кофе с молоком. Сейчас я вам все покажу поближе. Вот, девчонки, цвет. Фокус. Вот он. Красивый цвет, мне нравится. Вот сам карандашик. Сейчас мы его с вами выкрутим, посмотрим, сколько здесь. Вот, выкрутила до конца.
Он на камеру, кстати, смотрится темнее почему-то. И вот точилка. Вот она, точилочка. Она у нас вот сюда обратно потом вставляется. И всегда с карандашком. Красивый цвет, мне очень нравится. По поводу заявленной стойкости. Вот прошла минута, и все, он никуда не девается, девчонки. Его даже вот размазать невозможно, не то что стереть. Так, как, чтобы вам видно было, смотрите, как тяну кожу, да? Все, он сидит на месте, как влитой. Так что, девчонки, по стойкости это здорово. Слушайте, это вообще супер. Здесь много шиммера, много блесток, имейте в виду. Классно. И века подводить, если взять темный оттеночек, как тень, использовать довольно универсальный продукт. За минуту засох, вообще супер, я довольна. Так, еще в моем заказике карандашик Avon True Color. В коробочке, в такой же он тоже пришел. У меня знакомая заказывает уже второй раз, ей нравится. Девчонки, этот цвет dark brown, но он рыжит. По каталогу этого непонятно. На самом деле он довольно светлый. Рана такая. И он рыжит. Я вам свотчи делать не буду, потому что, ну, ее карандашик. Мне знакомые мои близкие разрешают, но тем не менее, все равно кто-то даже из подписчиков меня прям раскритиковал. Я говорю, ну, если люди разрешают, господи. В общем, имейте в виду, карандаш Avon True Color для бровей Dark Brown рыжит. Он довольно сильно рыжит. Но она у меня рыжая, поэтому вот она его берет уже второй раз, ей подходит. Так, и последние, наверное, два продукта. Avon Senses романтический райский сад с пионом. Гель для душа у меня заказала знакомая, я себе тоже такой брала. Я не чувствую в нем пионы, но тем не менее это цветочный аромат, весенний, летний. Хорошие цены на гели для душа были в этом каталоге. И из линеечки Avon Naturals вот такой вот кремушек заказала знакомая, у меня тоже по той же самой интернет-распродаже. Это эхиноцея и белый чай, омолаживает, содержит натуральные экстракты. Я, девчонки, из этой линейки вообще ни одного крема не брала, не знаю, но вроде отзывы неплохие. Так, а устраняет сухость кожи, неровный тон, появление морщинок, потерю эластичности кожи. Потом тоже обязательно у знакомой спрошу отзыв на этот кремушек. Он пришел, кстати, без слюды. Ну, это интернет-распродажа, стоил он там вообще копеечки. Вот как выглядит бант. Давайте хоть посмотрим, открытый он или закрытый. Ой, он, девчонки, даже открытый, представляете? Не буду дальше лезть. Он даже приходит у нас без фольги. Ну, Avon, от Avon можно ожидать все. 30+. Ну вот и все, мои хорошие. Еще пришли брошюрки. Мы с вами вместе их обязательно полистаем. Сейл на период действия 7-го каталога у нас брошюрка пришла. Outlet. Фокус я, по-моему, не заказывала. А, нет, и фокус в этот раз у меня, и Outlet. Все с вами полистаем. Посмотрим самые лучшие акции. Вот так выглядит 8-й каталог. Так лаконично прям как-то вообще. Тоже интересно. Ну вот и все, мои хорошие. Если была вам полезна, вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую. Берегите себя.